Друзья, всем шалом, я снова рад вас приветствовать в новом видео. Сейчас я вам покажу, что же я наловил, кому мы это подарим и для какой цели это. Наловил я вот столечко, рыбулек. Это Али, которую, как вы помните ранее, мы видели у нее там аквариум 100-литровый. И он был пустой-пустой, я его обозревал. Туда уже Александр отправил растения, там они уже посажены, но не хватает рыбок. Вот так совместными усилиями мы Алын аквариум приведем в порядок. И у меня еще есть также один пакетик. Так, пока тот, чтоб не упал. Вот такой пакетик. Тут тоже, смотрите, есть рыбки. Даже, видите, тут Петька есть. Ну, Петька, петушок. Отдельно вот в емкости он плавает. Вот так. Рыбки тут сидят. В том пакете, кстати, не видно было, но там также есть еще креветки для Алы. А вот этот пакет, это для сестры. Зять тоже сейчас там увлекается рыбками. Вот им это все для того, чтобы, ну, более украсить аквариум. И также им придарю вот это полено. Такой пенек. Помните, как мы ходили его, пиляли, сверлили, какие сложности были. И вот сейчас, кстати, вот почему-то, ну, сучок. Сучок был, вот. Сейчас покажу. Видно, да? Отверстие, вот тут еще отверстие. Ну, тут как бы не в этом сейчас суть. Просто у них там в аквариуме есть анцитрусы. Вот, кстати, анцитрусам надо, чтобы была древесина. Ну, им для пищеварения, чтобы нормально было. Вот такая деревяшка, такое полено им как раз подойдет. А если там самец и самка, я просто тогда что-то не сильно рассматривал, то как раз им будет место, где от нереститься. И вентиляция есть, если надо, можно поролончиком тут заткнуть вот это отверстие, все будет good. Через него будет циркулироваться вода, как бы не то чтоб сильно, но в то же время будет, и икра будет, ну, нормальный выход будет, не будет грибком покрываться, тому подобные штуки. Вообще, еще хочу посмотреть на их реакцию, как они будут реагировать. Ну, в плане, зять придет вот за рыбками, и Алла придет за рыбками. Вот я хочу посмотреть, как они будут реагировать на это все. То ли это будет для них обыденно так, то ли какое-то вызовет восхищение. Как вы думаете, будут они рады или нет? Напишите об этом в комментариях под видео, потому что они не знают, что я им тут приготовил. Ну, а мы тогда собираемся, да, пойдем им отдавать. Договорился я тут на нейтральной территории, так сказать, и пойдем, в общем. Ну вот, друзья, добрался я до нейтральной территории с рыбками. Я думал, я пришел заранее, думаю, сейчас быстренько подготовлюсь, камеру достану, тут буду всех встречать, но не тут-то было. Смотрите, Алла уже тут, видите, оказывается, она приехала заранее, ждет меня, она человек такой пунктуальный и решила, чтобы я там долго не ожидал приехать заранее, как бы вдруг. Да, на 40 минут всего лишь. Это с учетом того, что я пришел раньше и смотрю, стоит человек, ожидает. Я говорю, ну, подожди тогда, я сейчас достану все. Надо же людям поснимать, показать, посмотреть на эмоции и показать же, что принес. Ладно, переключаем камеру и сейчас буду все показывать. Вот, в общем, друзья, в этом рюкзачке волшебном я все принес. Сейчас еще раз вам показываю Аллу. У нас, видите, режим, когда надо носить это маски, там это скрабы, все с собой. Там у кого есть костюм АЗК, все надо носить с собой. В общем, сейчас достаю. Одной рукой достаю, второй снимаю. Главное не перепутать пакеты, как я и говорил ранее, так как я тут не только Али принес, а еще должен
зятек подойти. В общем, так, это с маленьким. Это зятек, а вот Алле. Смотри, а как тебе класс. Нравится? А кто это полосатый? Я вижу Данио. Здесь, да, да, Данио все правильно угадала. А кто это полосатенький такие маленькие? Полосатенькие. Тут класс. Чернополосая лимия у нас здесь есть. Потом там креветки есть. Ой, да. Вижу, вот вот. Ой, там внизу красота. Креветки. Вон она, вижу, маленькая. Боже. Вот еще вот она поплыла. Класс. Там еще где-то. В общем, это гуппи эндлера. Так, это Данио обычный, там Данио Гло. Ну, в общем, надеюсь, что они все там приживутся. И когда мы в следующий раз встретимся, я уже посмотрю их в аквариуме с новым светом, с новыми растениями. Тут за кадром Алла сказала, что Александр прислал целое ведро растений. Я весь аквариум засадила и все еще... Ну... Я покажу потом. Очень круто. Даже нимфея маленькая была. Вообще круто. А еще у Аллы там задумка с дизайнерским светильником. Мне она присылала фотографии. Ну, там вообще крутяк. Алла, кстати, вообще дизайнер. И поэтому у нее вот эти все фишки, все вот эти, знаете, выдумки у нее творческие. Мне такие. Просто обычный аквариум, это неинтересно. Просто неинтересно. Да, надо что-нибудь так. Так, ну теперь надо их прятать за пазуху. Есть возможность. Я просто нес... Да, сейчас я их рассмотрю. А вот это вот, ну, вот это сейчас полосатенький, вот это вот. Да, вот это чернополосая лимия. Вот это вот такая, это Данио. Класс. Вот это живородящие. Впоследствии будет их достаточное количество. И, ну, по крайней мере, это очень стойкая рыба. Которая класс, будет держаться всегда, пожалуйста. Классно. Ну, здорово. Я очень рад. Сейчас все подумают, как же я тут, почему я нес в рюкзаке, а Али говорю спрятать за пазуху. У меня тут просто, друзья, есть вода, но тут не видно. В общем, там бутылка с кипятком стоит. Благодаря ей остается у меня там все тепло. Рыбки не замерзают. Вы просто сами представьте, если я буду как бы ехать с двумя пакетами там за пазухой, ну это будет что-то нечто. Ну вот, Алла теперь немножко поправилась. Отлично, да? Ну вот зато рыбки будут в тепле, да. Да. Все тогда, Аллочка, мы прощаемся. Теперь встретимся уже возле аквариума. С большими рыбками выросшими. Да, да, и с классным новым прикольным светильником. Да. Ну все, до встречи. Пока-пока. Ну и вот, смотрите, уверенной походкой идут два знакомых вам уже человека. Не знаете, кто это? В масках. Привет. Захватывают. Привет. А вы зачем, молодые люди? За вами. За мной, вот видите. Уже вызывает меня. Смотрите, действительно, ребят. Какие. В общем, сейчас мы достаем, вручаем и смотрим, что они будут улыбаться, либо бить, ну, либо надо будет убегать, короче, я не знаю. Ну, что-то одно из двух уже рюкзак держит, чтобы я не убежал. Ну, сейчас. Так, достаем, смотрите. А кто это? Рыбки. Да. А еще? Так, а ну-ка, давай-ка еще, кто там? Кто там? Не знаю, губежка. Это чернополосая лимия, там губежка. А вот кто плавает вот в этой баночке? Кого отдельно обычно держат? Селедка? Скумбрия? Нет. Давайте я подскажу. У вас есть один из представителей этого семейства? Нет. А что у нас есть? Сомики есть. Ты больше умный. До того, как у вас появился этот аквариум, у вас... Петушок, что ли? Да. Ура! Угадали? Да.
А чего его держат отдельно? Потому что он маленький, как бы, содержался в другом аквариуме отдельно от них, поэтому я для перестраховки его держу отдельно и советую садить не сразу в большой аквариум, а отдельно в тот маленький, а оттуда того большого петушка забрать. С большого аквариума? Да, посадите, смотри, с маленького аквариума садите в большой, того взрослого, а вот этого маленького садите в маленький аквариум и ждете, пока он подрастет. Ну, естественно, кормить надо. А гупешки могут жить? Гупешки могут жить. Все, понял. И он там и с креветками нормально будет жить. Просто посмотрим впоследствии, кто это будет, мальчик или девочка. У вас девочка. Я надеюсь, что это будет мальчик. Как бы, если нет... Сейчас ничего непонятно. Да, если нет, то мы будем там решать, меняться, в общем, так вот. Спасибо, у людей это тоже есть. Всегда, пожалуйста, вот, увидели их эмоции, люди остались довольны, не били, не держали, да. А впоследствии мы снова приедем к ним в гости, потому что мы все равно приезжаем к ним в гости. Да, и посмотрим, что там, да как растет, растут ли там три растения, вот это три веточки, и как выросли и чувствуют себя рыбки. Ну все, друзья, буду с вами прощаться. Все, рыбок поместили за пазуху, там им теплее будет, надежнее. Самое надежное место. Да. Пузик. Да. Ну, напишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Интересно узнать. Вообще, вы делитесь рыбками с кем-то, растениями? Возможно, у вас есть желание кому-то помочь, то тоже об этом пишите. Обязательно найдутся желающие. Я обычно во вкладке сообщества на YouTube периодически выставляю объявления. Либо кто-то что-то ищет, либо кто-то что-то отдает. Там вы можете найти подходящее для вас там растение, либо рыбок, либо с кем-то поделиться. Ну все, друзья, прожимайте палец вверх. Пока-пока. До новых встреч. Уже было дело, попрощались, хотели разбегаться, и тут смотрю, вспомнил, что я ж не отдал вот это полено. Ну, я вам, в принципе, его показывал. Это для анциков. Это очень им будет полезно и для жизни, и для пищеварения. Ну, это так, по скриптам чисто.